правда, не первое в этом году, этот год для Николая Ивановича юбилейный. И как начинался он выставкой в апреле, да, ко дню рождения, так и заканчивается юбилейный год выставкой в стенах музейно-выставочного центра. Но Николай Иванович подготовил для нас такой своеобразный сюрприз. Эта выставка не повторяет две персональные выставки, которые уже проходили в музее и в Москве, на Покровке, да, в залах, на Грудицком, в залах Союза художников Московского областного, да, отделения Союза художников России. Эта выставка особенная, потому что здесь представлена ретроспектива работ Николая Ивановича. Здесь работы есть и ранние, которые он, ну, очень нечасто, я бы сказала, показывает на выставках. Мы много выставок его видели. Он, да. Вот, это сюрприз такой, это большой подарок зрителям. И у нас уникальная возможность на этой выставке увидеть, ну, как говорят, творчество мастера в развитии, в становлении от ранних работ к самым последним. И Николая Ивановича мы должны еще поздравить, и с удовольствием поздравляем с наградой. Он в этом году получил золотую медаль «Духовность, традиция, мастерство» от Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Это очень почетная награда. Ею награждают наиболее ярких деятелей искусства за большой вклад в развитие художественного творчества нашей страны. И действительно, Николай Иванович – это мастер высочайшего уровня, всероссийского уровня. И мы гордимся, что он живет с нами на нашей Серпуховской земле. Хотя родился он не здесь. Родился далеко, на севере, в Архангельской области, но уже много лет он живет здесь, в Серпухове. Он к этому городу прикипел. Больше половины жизни. Да, больше половины жизни. Я больше скажу вам, что есть такое понятие, как бы самые знаковые работы, да, у художника, везде они пишутся. И вот все эти знаковые работы, которые в биографии указываются, они созданы здесь, в Серпухове. Именно здесь, это, так сказать, есть родина, где родился, есть родина, где живешь и работаешь, и здесь проходит твоя жизнь. И мы очень горды тем, что Николай Иванович живет, выбрал именно Серпухов, что он живет рядом с нами. И здесь очень много работ на выставке, посвященных городу, причем и парадные такие виды Серпухова, да, и не очень, как бы, уютные уголки города. Николай Иванович не устает нас радовать новыми работами, посвященными Серпухову. И, конечно, это очень здорово. И вот сейчас мне хотелось бы предоставить слово начальнику управления, начальнику отдела управления по культуре администрации городского округа Серпухов Анне Сергеевне Костыриной. Пожалуйста, Анна Сергеевна. У нее поздравления от самых высших инстанций. Пожалуйста. Добрый день, все наши гости. Николай Иванович, приятно вас здесь очень видеть. И я хотела бы поприветствовать вас всех от себя лично, от администрации городского округа Серпухов. Мне предоставлена такая честь от имени администрации наградить вас грамотой как заслуженному художнику России, члену Союза художников, за высокий профессионализм, верность и преданность искусству, большой личный вклад в воспитание молодых художников. Сказать спасибо вам огромное за то, что предоставляете такую возможность погрузиться в этот мир вашей личной видимости нашего города через ваши краски, через вот этот вот
я не знаю, стабильность, вот эта вот, такой вот продуманность. Честно говоря, погружаешься и видишь сохранение нашего города. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо, Анна Сергеевна, вам огромное. И у нас, наконец-то, да, музейно-выставочного центра дошла очередь в череде поздравлений. Вот таких, ну, прямо на выставке, выставка у нас состоялась. Мы приготовили Николаю Ивановичу подарок. Да. И с великим удовольствием, с великой любовью, с уважением неимоверным мы к вам относимся. Спасибо вам за помощь, которую вы нам оказываете постоянно. Николай Иванович член худсовета при выставке, просто он возглавляет этот худсовет, постоянно помогает нам с выставками и вообще с нами с самого начала создания ВЦ. Мы этому очень рады. Мы надеемся, что еще много лет мы вас будем видеть и делать ваши выставки. Ну и от нас, конечно же, подарок. И для вручения этого подарка я приглашаю сюда на сцену Наталью Петровну Логинову, заместителя по научной работе МВЦ. Вот она у нас сейчас тоже скажет подарок. Ну, Сергей уже сказал, что мы давно вместе. На самом деле, вот Николай Иванович, у меня обычно с вами прям рядом, вся моя рабочая жизнь прошла. Вот, поэтому, на самом деле, вы для нас человек очень дорогой, близкий. И помощник, и человек, на которого мы всегда можем надеяться, положиться. Вот, поэтому очень рады сегодняшнему празднику и вашему юбилею. Вот, потому что мы много лет уже наблюдаем выставки художников, и ваши в том числе, не так часто у нас, к сожалению, происходящие. И видим, как художники, ваши коллеги относятся к вашим работам. Не секрет, что все очень разные, да, все со своей темой, со своей манерой, несовместимы порой с вашими работами. Но вот когда бы эти выставки не проходили, всегда мы наблюдаем огромный интерес ваших коллег. И вот последняя выставка, когда ваших работ не было в связи с сегодняшним, да, событием, нам стали задавать испуганные вопросы, почему нет работы Зудова, где Зудова. Вот, то есть, почему это происходит, вот, на наш взгляд, потому что, ну, какой бы художник ни был инакий, да, какой бы ни был отличный от вас, вы все-таки ориентир для очень многих мастеров, потому что вы мастер большой буквы. И за вами подглядывают, на вас смотрят, ищут работы. Хотя как бы каждый сохраняет свое лицо, свою индивидуальность, естественно. Но все-таки мы желаем вам и очень хотим, чтобы вы таким ориентиром для мастеров, для художников были еще долгие годы. И вот мы хотим поучаствовать немножко в этом процессе и вручить вам вот то, что без чего художник жить не может. Это краски. Вот, ну, я не знаю, да, еще больше нет. Но мы поддержим цветы. Ну, собственно, все, что мы хотели сказать, это имени музейно-выставочного центра. Но нам повезло, у нас тут много лет с нами рядом ваша жена, которая очень не хотела, чтобы мы про нее говорили. Но мы не можем не сказать, потому что, ну, семья художника – это половина его труда, его жизни. Вы согласитесь, надеюсь, с нами, да, что… Ты сказала, что жена художника – это больше, чем жена. Ну да, мы это потому что видим, наблюдаем, и благодаря… Надежда Даниловна, собственно, вам вот такой замечательный подарок. Она нам подсказала. Вот. Ну, все, спасибо. Ну, здесь Николай Иванович традиционно на выставках всегда собираются друзья его. Он очень такой человек общительный. И мне хотелось бы сейчас пригласить на сцену друзей и коллег по художественному цеху. Это Инесса Александровна Помилова, художник, монументалист, художник-керамист, замечательный, из города Протвино. Инесса Александровна. Коль, я тебя поздравляю, Кайна.
слова много делает, и, конечно же, выставку сделает, тем более, ретроспективную, по-моему, это очень здорово. И вот эта выставка, я посмотрела уже так, внимательно, и она только подтверждает мое мнение о том, что ты человек, который выбрал вот свою дорогу и не сворачивая. В нашем деле ведь очень много всяких там изысков, поисков, прочее. Ты, по-моему, идешь такой прямой дорогой, и твое творчество еще такое очень основательное, настоящее. Именно вот той дорогой, которую ты идешь, мне кажется, ты достиг в этом больших успехов. Еще, конечно, вот меня офигели, но я хотела сказать особое поздравление, свои особые надежды, которая не только выбирала, советовала, но еще благодаря ей, мне кажется, вы появились все. Благодаря именно ей. И вот я хотела бы особо, я что-то не вижу сейчас здесь, но я не сказала, что скажу в ее честь. Поздравляю тебя, моя закадычная подруга. И я помню, как вы начинали только-только после того, как закончили Коля институт, как все вообще. Вы остановили. Поздравляю еще раз. Пригласить Татьяну Ивановну Рыжову, она здесь. Татьяна Ивановна, заслуженный художник России, пуховичка, коренная, наша тоже любимый наш художник, коллега, пожалуйста, член-корреспондент Российской академии художеств, Татьяна Ивановна Рыжова, пожалуйста. Сегодня у нас главный здесь, самый главный, это Коля. У него великолепная выставка. Я вообще многих работ очень не видела. И вообще для художника персональная выставка – это как бы такой рубеж, отчет, который очень важен. Правильно, Коль? Ты как бы… И вот многие говорят, я не люблю делать выставки, а я не хочу выставляться. Вот. А я думаю, что опять же художник тогда работает, если не для зрителей. Мы же как актеры в этом мире. Мы как проводники между природой, которая нас окружает. И мы хотим вот через свою душу это все показать людям. Это же очень важно. И я думаю, что самое счастье огромное, когда удается что-то. Вообще художнику очень трудно. Но это настолько великолепно, если вы только знали, когда удача. Коль, поздравляю. Здоровья, счастья и успехов. Спасибо. Спасибо, спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо. Я приглашаю Виталия Петровича Бубарева, заслуженный художник России, художник, график замечательный из города Протвино. И тоже большой-пребольшой друг. Николай Иванович, вы представляете, вот такие, как сказать, древние люди. Где-то начало 70-х годов у нас была первая тогда выставка совместная «Протвино Серпухов». Нас пригласил Серпухов. И тогда были великолепные работы Николая Ивановича «Натюрморты». Вот. И вот с тех пор у нас дружба Протвино и Серпухов, и довольно активная дружба. И вы видите, по всем нашим выставкам никогда не бывает больших выставок без Протвино. И Николай Иванович у нас даже выставлялся, прекрасно выставлялся. Но художника, можно сказать, не замечательный, а великолепный. Это настоящая русская школа. Та школа, в которой нужно учиться и учиться. Сегодня, конечно, разрушается все это дело, но благодаря вот таким мастерам прекрасно жить. Это наша школа реалистическая. Держится и будет держаться. Спасибо, Николай Иванович. Спасибо. 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 Спасибо.
Спасибо. Ну, давайте. Дорогие друзья, ну вот сейчас мы говорили из Архангельской губернии. Он правильно из Архангельской губернии, но начиналась его жизнь большая, творческая, и жизнь как таковая Донском. Это история Дона. Это город Тульской области. Вот. А я родился и жил в Сталиногорске. А Сталиногорск в полутора километрах от Донского. То есть мы с ним вот рядышком. Мы с ним земляки. И мы с ним одну веру исповедуем. Веру великой российской искусства. Мы с ним единомышленники. И мне посчастливилось вот всю жизнь, так сказать, прожить с этим человеком. С удивительным, я хочу сказать, человеком. С большим российским художником. То есть, ну, о нем можно говорить, вот то, что на этих сценочках свидетельство о том, что он удивительный, ни на кого не похож, большой, серьезный, интереснейший. Ну, я еще хочу сказать, поскольку вот я сказал, что мы с ним вот как-то идем по жизни бок о бок, я хочу о нем сказать как о человеке. Парень, который, вот когда собиралась компания, у нас часто, мы в студенческие годы, мы в Ярославле с ним учились, мы в Сурикском с ним учились, и раз собирались компании, когда собирался народ, много было интересных ребят, которые сейчас с именами уже, и такие сякие, и вот интересные тоже ребята. Но отсюда это особая категория. Особая, потому что вот он был всегда душой компании, всегда это, с ним было интересно, с ним было легко, с ним было здорово, и всегда это было приятно. Вот это общение с этим удивительным человеком, ну и художником, конечно. Коль, много хочется сказать, понимаешь, ну сейчас вот все не соберешь, сейчас я отойду в сторону, и еще чего-нибудь еще у меня всплывет, и все. Потому что у нас с тобой столько много всего, что вспоминать можно сесть и до утра сидеть и только вспоминать, что, чего и как было. Все было в этой жизни. И я рад, что он прошел, идет по этой жизни. До сих пор идет, как вот сейчас сказали, много было вот на этот счет, несколько человек, кстати, сказали, что он идет прямой, верной дорогой реалистического российского великого искусства. И никуда не сворачивает. Он делает большущее дело для России, для страны. Честь и хвала тебе за это. Спасибо большое, Виталий Сергеевич. Это Мирович, да. Моя, Ксения Витальевна. Да, участник тоже, кстати, член Союза, участник выставок. Да. Николай Иванович. Да. Спасибо. Ну, Поютов Юрий Николаевич, да. Раньше мы из Каширы ездили на катере до Сербского. Было замечательно, все было. И не очень было далеко. А сейчас на автобусе добирался 3 часа.
специально, конечно, посмотреть на замечательную выставку. Не успел я на его выставку в художественный музей, но тут оказались другие совершенно работы. Одним даже по институте, который я, когда еще учился, встречал в журнале советских художников. Да? Вот, там все работы я смотрю. В общем, краски есть, а это Холстик, который писал шедевры. Как и есть шедевры. Нет, пусть пишет. Хорошему человеку, хорошему художнику.
Да, Николай Иванович. Елена, Светлана, это все ученики Николая Ивановича. Поздравляем ваших сотрудников. И хотелось бы пожелать, чтобы все работы очень хорошие, но хотелось бы, чтобы самая заветная работа была впереди всегда. И чтобы с ней себе и стремиться. Николай Иванович, поздравляю вас с юбилейной выставкой. Таким восторгом, который вы нам предоставили возможность посмотреть. Здоровья вам, успехов, творчества. И мы счастливы, что мы ваши ученики. Потому что на машине кидали
полтинник, кто может выпить? Там же или кому-то машина висит. Ну, во всяком случае, это смешные эпизоды. Коленька, дорогой, не буду задерживать внимание. Говорить нечего. Твои работы говорят сами за себя. Спасибо тебе. Спасибо, что ты это желаешь. Будь здоров. Смотрите, с юбилеем, всех вам благ, многое лето. С какой-то церковной словосой, многое лето. Вам по себе. Которые мне могли помогли организовать, хорошо отнеслись к этому. Два дня подряд вешали. Вот Вера Сергеевна положила много труда для этой выставки. Крутая Верочка вот тоже. Причем они так серьезно к этому подошли, что я вот когда посмотрел, я никаких замечаний, короче говоря. Вот, все было сделано безукоризненно. Спасибо. Еще спасибо не только мне, еще спасибо моему начальнику Насте, которая там очень увлеченно разговаривает. Хочу сказать, у нас тоже такая маленькая радость. Вы обратили внимание, что в этом зале мы заменили свет. Как раз, Настя. К выставке Николая Ивановича все успели. Она тоже дополнительный такой маленький. Спасибо вам большое. Спасибо.